В областном центре идет установка барельефов. Их именами названы улицы Бреста. Многие помнят, что аллея героев раньше размещалась на проспекте Машерова по дороге к мемориальному комплексу «Брестская крепость Герой». Когда магистраль расширяли, стелы с барельефами демонтировали, чтобы установить их в новом месте. К тому же многие из барельефов уже пришли в негодность, так как были выполнены из металла. В городской администрации было принято решение выполнять барельефы из гранита, так как это обеспечит им долговечность. Также было определено новое место их прописки. Аллея героев будет расположена вдоль улицы Зубачева на участке от улицы Гоголя до героев обороны Брестской крепости. Состоит аллея из 24 стел. К имеющимся ранее бюстам добавили также изображение первого героя Беларуси Владимира Корвата. Стели, состоящие из трех элементов гранита, стилизирующий флаг, на котором на полотнище флага будут установлены барельефы героев Советского Союза и заслуженных людей. Сами портреты были, они изготовлены были из бронзы, они от времени уже немножко пострадали, поэтому Куб Брестское предприятие совместно с брестскими скульпторами их реставрировали, придали им надлежащий вид и изготовили новый барельеф Карвату. Изготовлением и монтажом барельефов занимается Брестское спецпредприятие. И, как утверждают его представители, все работы будут закончены к 22 июня.